Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И похоже, что сегодня мне придется поработать переводчиком. Видимо, не только разработчики, но и локализаторы забили на игру. Но от меня вы такого не дождетесь, так что располагайтесь поудобнее, потому что сегодня я расскажу вам про новый Форзафон, который продлится с 3 по 10 ноября. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта, называется оно Yet Evermore Sleeping. Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику дрифт 20 раз. Ну а в зачет идет техника, выполненная только без ручника. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно Speeder Drifter. Для выполнения испытания вам понадобятся любые 3 дрифт-зоны. Ну а чтобы выполнить испытания, вам достаточно просто завершить их. За следующее испытание можно получить 55 тысяч кредитов, а называется оно Proof You Can Drive Stage. Ну, для выполнения испытания вам достаточно просто завершить 5 гонок. За следующее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно More Zealous Dedication. Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Nissan, а также любая из дрифт-зон. Ну, а чтобы выполнить испытание, вам необходимо получить 3 звезды за эту дрифт-зону. Главные призы этот Форзафон это Nissan GTR Black Edition с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Форзафон, который стартует 10 ноября. И поддержи меня лайком, чтобы я скорее выздоровел. Всем пока и удачи с выполнением заданий.